Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Лего Star Wars. Ну что, сразу пойдем в бой. Начать. И за кого мы будем играть? Покажите мне, пожалуйста. За Империю. Окей. Угу, в бой. Ну, я даже не знаю. Давай поставим так, наверное. Так и так вот сделаем. Ага. Так, теперь башню вот эту, пожалуйста, уничтожьте. Так, летунки. Идите прочь. Так, а мы башню-то будем захватывать сегодня или нет? Твою налево, а ты посмотри, что творит. Огнеметчик, давай, жарь его. Вот здесь, конечно, будет похуже. Да ёк-макарёк, ну что ты? Так, надо срочно нам что-то поставить сюда. Давай башню, наверное, влепим. Так, идут стрелки. Так, давай снайпера сюда влепим. Так, он дотянуться до нас не может, я посмотрю, да? Так. Посмотри, один говнюк все-таки какой-то мелкий остался там в живых. Сейчас я подумаю, что тут сделать-то. Наверное, вот так вот поставим стража. Сейчас будет за центральную у нас битва. Не понял, с какого перепуга он поставил здесь? Не понял я юмора. Погнали. Давай-ка накажем их чуть-чуть здесь. Что-то я не понял, что тут совсем ребята оборзели. Yes, sir. Так. Давай, джедаи, погнали. Правильно, так ему и надо. Есть! Победили. Жалко, конечно, главную башню не снесли, но ладно. Главное здесь победа. Прикинь, 25 нужно очков победных, чтобы нам открыть вот этот вот кубок. Я в шоке. Так, ну что, погнали дальше. Посмотрим, кого тут нам дадут. Какую команду? Ну, не команду, какую нам фракцию, во-первых, дадут. Что-то как-то долго-долго ищем. У вас в глазах еще не это, не кружится, ничего. Не, серьезно, долго. Так, теперь нам дали джедаев. Блин, вот как вот. Как тут я за них даже разучился. Ну что. Ну нифига ты. Вот так вот прям с лету. Ну естественно, он сразу начинает башню строить. Само собой, мы сразу же начинаем ее бомбить. Так, взорвали ее к ядрень фени.
Так, этот у нас идет там на передовую, да, типа? Блин, снайпер — это плохо. Эть, не успел чуть-чуть. Ну, здесь мы этих ребят сносим. Что-то получилось снести. И чего? Так, давай мне пушку, пушку. Давай, 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 давай. Есть, отлично. И этих, и этого мелкого снайпера. Красавчики. Так, давай быстрее. Блин. Так, идет, да? Ну что же, я думаю, мы его встретим здесь. Такой, думает, один умный, да? Смотри-ка, разнес мне башню, а? Строить нельзя, написано больше. Погнали. Ну? Давай, ребятушки. Все, победа за нами. Он свой вшивый десант этот зажил, но ничего у него не получилось. Ну и мы выиграли. Так, еще два кристалла прилетело. Так, что у нас тут? Давай-ка посмотрим. Получить. О, снайпер — это хорошо, друзья мои. И G88. Ну, хотелось бы, конечно, его прокачать до 5 уровня. Пока, как ты видишь, ничего не дают. Ну что, поехали дальше. Посмотрим. Так, опять империя. Напиши, какая твоя любимая страна? Империя или все-таки джедайская? Мне вот интересно знать. Блин, плохо. Плохо, ребят, что он здесь. Это сами видишь, да, кого он позвал? Так, давай, наверное, поставим башню. Опа, опа, опа. Так, друзья мои, естественно, нам нужно бомбить. А теперь еще и... Смотри, 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 кого он там отправил. А он не добежит, да? Он не добежал. Так, давай-ка мы сделаем вот таким вот образом, наверное. А как его, чем мне его прикрывать? Я его без прикрытия отправил. Эх, знал бы, что эти пеликаны здесь будут. На тебе. Луч, 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 жги, 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 его жги. Молодец, хорошо поджарил. Так, пошел у меня огнеметчик. Да он должен, по идее, уничтожить базу. Ну, не базу, а этот. У него опять, что ли, здесь этот? Давай, луч — это очень хорошая штука, ребят. Так, смотрим. Ты посмотри, а. Своих сопряжей сюда вызвал. Блин, мне бы вот эту башню захватить. Все, победа, что ли? Или что? Так, давай сюда, наверное, уничтожим эту базу. Угу. Что-то я не понял, ты что за дела?
Есть. Фига себе. Еще бы чутка и все, и мы взлетели бы на воздух. Короче, пока этот не дрался, он мне втихаря своими этими башнями вырубал, прикинь. Своими этими, как они называть-то, короче, истребителями. Бомбил просто по башням, и все, ребята. А я там воевал на той сторонушке. Вот так вот оно бывает. Ну что, погнали далее. Так, у нас кубков что на темной, что на светлой стороне практически одинаково. Разница в 4 кубка. Вы будете сражаться с противником, чье количество трофеев максимально близко к вашему. Я заметил. Угу. Максимально близко к вашему. Тут порой такие поединки, такие прокачанные ребята идут. Я просто в шоке за голову. А у некоторых офигенная тактика. Может быть, просто им так везет с выпаданием, знаешь, карт или еще что-нибудь. Просто вырубает на изи. Так, ладно, давай смотреть, что у нас тут. Угу. Давай, мне пока все равно нечего поставить. Поставим огнеметчика. И Йода вышел, да? Все, сдох Йода. Ну тут мы их шикарненько запинали. Так, вот это, конечно, не очень хорошо. Давай, бомби ты этого хламона. Все. Угу. Так, он выстраивает здесь башню свою, да? Так, подожди, а нам-то нужно еще одну башню поставить, на всякий случай. Еще вытворяет. Блин, подобьет все-таки, а? Ладно, у нас есть снайпер. Так, мы сейчас базу ему все равно взорвем. Ну куда? Собрались. Страж. А страж стоит ему по барабану, блин. Ему просто по барабану. Че, мне базу уничтожили, что ли? Твою же дивизию. Ребята, это мелочь. Что там делает? А, все, мы выиграли. Высылает своих этих дельтапланов. Окей. Так, что у нас там? Блин, еще дофигища нужно, да, получается? У нас только 7 из 25 набито, нужно еще 18, прикинь? Ну, если бы мы, конечно, убивали бы базу, например, ему полностью, да, мы бы смогли бы с тобой, конечно, ускорить этот процесс, потому что там получаешь сразу 5 очков. Так, теперь мы играем за джедаев. Окей. Приготовились, ребята. Так. Ну, тут-то он, конечно. Тут-то он, конечно, да. Давай поможем, что ли, я не знаю. Погнали.
Кто это там у них? Ага, понял. Чего? Да ну. Серьезно, башню мне взорвали? А, так у него 7-го уровня. Так, мне, слушай, мне надо... Он сейчас базу перехватит, мне кажется. Смотри, что вытворяется. Он уже по главной моей базе бомбашит. Так, должны взорвать, да? Взорвали. О, опять этот с колотушкой бежит. Что же он такой противный-то, а? Опять? Что-то дурацкий, по-моему, ребят, какой-то вариант у меня получился. Ну, пока ты там свою пушку загреешь. Погнали. Так, мы выиграли опять же. Фух. Но мои там уже побежали на его базу, видел, уже бомбить начали. К сожалению, не добили. Вражинку мы не добили. Так, что мы тут получим что-нибудь? Эх, заработай медали, не хватает чуть-чуть. Двигаемся дальше. Смотри-ка, мы скоро с тобой в Такодану сможем попасть. Видишь, наверху полоска прогресса. Вот мы сейчас находимся в ход, а следующее у нас будет Такодана. Нет, подожди. Вот она, Такодана. Ну нифига тут новые юниты. Да, тут в отличие от трансформеров нельзя, ребята, посмотреть, какие юниты будут. Если там можно было наперед глянуть, всех посмотреть юнитов, то здесь вот они вот, видишь, затемненные. Я не могу, ребята, никак их глянуть, к сожалению. Да и то, по-моему, у меня еще не все открыты. Хотя здесь вроде все. Здесь вроде бы тоже все. Здесь тоже все открыты. И здесь все. А, на ход вообще, ребята, не открыты. Вот башня только открыта. А, две башни. За джедаев открыта башня и за империю. А вот эти вот герои у меня не открыты, к сожалению. Очень жаль, мне бы хотелось вот этого снайпера бы получить, который там стоит такой с пушкой. Он довольно прикольный, он как типа нашего снайпера вот на темной стороне, который дальнобойный. Там тоже такой же у них есть. Так, ну что тут у нас, блин, ничего такого выдающегося нету, к сожалению. Видишь, он что начинает, он сразу вызывает... Что там? А, там еще и с пулеметом у него. Успеет? Успели. Так, вражеская башня, ребята, едет. Ох-ох-ох-ох-ох. Под очень офигенным прикрытием. Давай, руби их там всех. Да что ты там елозишь-то? Я не знаю, как три часа там перед ними.
Они вроде не такие мощные, чё? А, он башню еще поставил, ребят. Let's go. Сейчас мы будем одного за другим чпокать. Мне башню дадите влепить, построить сегодня или нет? Он накапливает силы пока, поверь мне. У него уже башни там стоят, он как бы... И еще он вызывает. Давай тоже вызовем этого джедая нашего. То, кого что ли прибомбит, я так понял, да? Слушай, мне достало его башню вон того. Скопление большое, хорошее, да? Было. Все, мы проиграли. У меня ни одной башни не осталось. Вообще ни одной. Как могли проиграть, без понятия. Вот серьезно говорю, я даже не заметил, почему-то у меня... Ну там я, наверное, не построил башню, а ту он сбил. Ты видел? Так, ну давай. И еще он сразу, он вызывает вшивика. По-другому его не назвать. Друг друга они подбили. Смотри, что вытворяет. Вот этот прыгун самый бесявый. Как по мне. Да почему огнеметчик слабый-то, блин? Пипец, один выстрел, он все, он разложился. Куда ты ставишь свои башни, я что-то не понял. Ты не припухли, парень? Мне дадут, блин, башню мне влепить или нет? Видел, что вытворяет? Он что-то там копит, ребят, по ходу силы, я не знаю, или что. Так, ну допустим, давай. Представим. Да. Вовремя я предположил, что он это сделает. О, фиг отсюда прилетел. Ну разбей ты ему, блин, башню-то, господи. Сейчас будет, ребята. Есть, прикинь. Мы выиграли, ё-моё. Фух. Трэш. Там, конечно, у нас было двое на этой башне прикреплено. И когда он отправил своего этого ханыгу прыгающего, у нас там, ребятушки... Как говорится, прикрыли тылы. За что им респект. Ну что, получаем с тобой медали. Или ключи, как они называются. И не открываем пока ни шиша. Не хватает нам буквально. Да.
Так. Ну, тут у нас вот такая вот фигня. Битва за Джианозис. Очень, ребята, сложно на самом деле тут играть. Это своего рода такая, знаешь, как бы все выше, выше, выше. И чем выше ты идешь, тем крупнее награда, тем сложнее враг. Ух ты, здесь я еще ни разу не был. Нифига себе, прикольная арена. Ох. Ну, я не знаю, друзья, ты... я даже не знаю, кого тут взять, ё-моё. Он взял этого Йоду. Что тут творится, что делается, я без понятия, ребят. Что-то я вижу, что нашу армию здесь запинали вообще на изи. Почему? Что-то аж вообще быстро. Фига там наяривает эта штука, ты смотри. Куда ты побежал-то, эй? Вот, 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 ребята, вот про этого снайпера я вам говорил тогда. Видишь, он бежит. А ну-ка, что если мы... А вот это кто такой? Вот это кто такой? Нифига себе. Да ему пофиг. Yes, sir. Yes, sir, и все. Что там происходит? Не пойму. Забомбили? Обалдеть. Ага, снайпер. Все-таки разбили, да? Выиграли. Да, вот такая вот, ребята, арена. Ну, конечно, вот этот чувак крутой, мне понравилось. Бомбашил он, будь здоров. Ну что, друзья мои, на этом, пожалуй, я буду сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.